каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть. София? Амир. Что взяла? Сафиш, Сафиш, Сафиш. Сафиш. Сафиша. Сафиш. Играй, играй. Чувствую, наверное. Ам, ам, ам. А вот здесь я обтянула. Сафиш. София, что кушаешь, а? Что кушаешь? Фрукты кушает София. Ты мой наркотик. Ты мой неудачник. Я как бы на своей лёне умею её. София. София. Ладушки, ладушки. Как ладушки делает София? Ладушки, 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 ладушки. Сделай ладушки. Ну, сделай ладушки, моя булочка. Вот она, ладушки, ладушки. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили молоко? Да? Да. Да, ути-пути-пути. Ты куда собралась-то? А? Ты куда собралась-то? Все нужно потрогать, да? Все нужно потрогать. Уже чересчур, наверное, будет видно. Продолжаю снимать вот игрушки Софии. 8 месяцев. Это Тини Лав. Подружка подарила. Вот, можно грызть. И катышки вот от ниток, от игрушек, то есть нитки от игрушек не должны попасть в рот. Вот, тут такая вот зеркало, можно смотреться. Так, идем дальше. Вот такой вот. Не знаю, кто это. Лук тоже тенила, приятно звучит. Пчелка Майя. Я вам уже показывала эти игрушки. Ну вот эти цветочки, конечно, меня внушают, что может как-то оторвать их, не знаю. Тоже тенила фирма. Вот так вот звучит. И вот такая вот собачка. Это просто, это уже, по-моему, не тенила. Тут я не фирмы не вижу, подруга подарила. Просто прикрепить куда-то, и такая мордочка. Вот, вот такие вот игрушки. Но это еще не все. Решили перед отлетом прогуляться, да? 9 минут осталось, надо все скинуть сегодня. И все, видите, какая погода. Море. И София качается, да, София? София! София, ку-ку! Мама качает. Да. Подарки купили. Сегодня улетаем. Да? София? Да. Да, моя хорошая. Вот отлично. Видите, тут пикники устраивают. Сзади вот там пикники люди устраивают. А? Да, я слежу за ней, вы не переживайте. Вот такая площадка. Плакатные дома. Тут очень дорогие дома, но это мечта, наверное, здесь жить. Подальше от свекрови. И... просто здесь очень классно. Тут все рядышком. Парки, магазины, кафешки всякие рядышком. Вот. Вообще здесь другая жизнь, другие люди. Да. Ну, это надо маме работать.
Ну и то здесь нереально купить квартиру будет. Где? Надо быть миллионером. Где? Чуть-чуть поснимаю, как она качается, да? Опа! 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 Ладно, буду за ней смотреть и уже увидимся в самолете. Тоже второй пошел, второй влог. Начало я начала с Старосити там. Очень украшено, красиво, к Новому году вы увидите в начале видео. Ну, вы уже увидели. Это видео будет так начинаться. Вот. Ну все, увидимся в самолете и уже по прилету я навряд ли что-то буду снимать. Да? Вот, уже сниму в России. Думала, что на 3 влога получится. Наверное, будет 2. Посмотрим. 2-3. В общем, да. Влогов будет много. Да. Будем праздновать Рождество, Новый год. Ух. Купила ей к Новому году такой бодик, как с длинными рукавами и юбочка внизу. Очень красиво. Потом покажу. И родителям подарки купила. Брату, маме, папе, дедушке, да, бабушке Софии. Ну все. Увидимся уже дальше. Как можно развлечь ребенка в самолете, да? Купили вот такую куколку. Где у девочки глазки, носик, ротик, губки, ротик, волосики, платьишко, да. Вот так вот можно и развлечь ребенка. Да, она еще разговаривает. Сидим. Еще мало летим, поэтому еще сидим, да? Надеюсь, что она будет спать. Это было бы, конечно, классно. Ку-ку. Ку-ку. София. Девочка моя. Сидит. Скажу, сижу я. Грызу все, что в рот попадет мне. Да? Були-були-були-були. Були-були-були-були. Телефон хочешь? Нельзя. А типа-типа-типа, это такое. Все. София, как-как? Мама, что ты на меня светишь-то? Так, сидит деловая на стульчике. Да? На икеевском стульчике? София, ку-ку, ку-ку, ты моя лапа, кто сидит? Вот она все на пол роняет. Кто на пол все роняет, а? Кто? Да, скажи, мам, выключи свет этот тяжелый. Да. Голубоглазка моя. Да, моя хорошая. Да, моя хорошая. Да. Кто лекарство пьет? Кто болеет? Кто? Кто болеет? София болеет. Скажу, я уже выздоравливаю. Да? Да. Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast.